задумываясь, тут страшно, это когда на тягаче обгоняешь легковушку, потому что подсознательно понимаешь, что в скором времени можешь резко затормозить обо что-то. Так, а у меня топляк кончается, да? Черт, как уже давно прошел. Так, следующая заправка. Через пару десятков километров. Третьего ночи уже. Это было стрёмно. Слегка. Ну, тормоза тут хорошие зато. Кто-то ждет меня? Нет.
Нет, в очереди никого. Улибак. А, тут давление в тормозах тоже показывается. Вот оно, вот это вот справа приборчик, да, манометр. Опа! Спустил давление. Довольно быстро набирается. Продолжаем идти в Свенсе через Кардифф. Сам Кардифф заезжать здесь не будем. Вот. Значит, впереди одна развязка. По этой развязке нужно будет повернуть вправо, а дальше уже напрямую в Свенсе. Главное не улететь в Кардифф. Поэтому здесь ограничение 97 км в час, это 60 миль в час получается. Вот, поэтому можно подразогнаться. Так, пока я тут гоняю, видяха разогналась до 75 градусов по максимуму. Это, кстати, для зимы неплохо. Надо, конечно, почистить видюшку, потому что у меня, я помню, один раз я так заморозил комнату, когда морозы были в прошлом январе, что у меня во время каминга где-то градусов 40-50 всего было. Так, пора включать круиз-контроль. Здесь прямо? Да. А вот на следующей развязке, так сказать, вправо. Слева направо. Поворачиваю налево, оказываюсь справа. Там уже указатели 3, 2, 1, поворот. 40 миль в час нормально. Мы везем напитки по накладной. Я надеюсь, это не газировка, потому что везу я очень, так сказать, потрясно. Так, это еще не поворот. Поворот впереди. А, вот что из новостей. В моей общаге, по секрету будем говорить с микрофоном, чтобы никто не послушал, оказывается, подворовывают. Да. Ставят замки. Скидываемся на замки. То есть мне в субботу должен будет принести ключик. Вот. Подворовывают. А, там у них проходной двор, на самом деле. Сами мне говорят, тут зима, народ будет до хрена ходить. Какой народ? Левый народ. Потрясающе просто, представляете? Вот, и главное, говорят, тебе лучше скинуться на ключ, чтобы на тебя не косились. На меня косятся. Я спрашиваю, а что на меня косятся? А ты живешь тут недавно, говорит.
Вот такая у нас замечательная страна. Я живу тут недавно, значит, я могу теоретически подворовывать. Отлично. Единственный минус. И они зачем-то мне дают ключ. Типа, с ключом я не буду подворовывать. Я ничего никогда не брал чужого. Это принципиально. Один раз случайно перепутал ключи и не сдал в общагу коменданту, когда я выезжал, не те ключи. Но это по ошибке и по запаре, когда я съезжал с Радика еще в это гребаное конище. Вот. Я не специально. Ограничение, кстати, 50. Так себе. Не сильно. Вот, короче. Очень интересная логика у этих мужиков, которые делают хуйню. Говорят, чтобы на тебя не косились, надо, чтобы ты взял ключ. Ну, ключ я не против. Хорошо, закрывайте. Вот он, этот мост, кстати говоря. Вот, я говорю, ничего, не против, закрывайте. А, нет, этот, не этот мост. А, да, этот вот он. То есть, чтобы вот так не ехать, вот так мост построили в Кардифф. Вот, я не против, говорю, отлично. Он говорит, ну хорошо, отлично, не вопрос, закроем ванну. На ключ будешь ходить, чтобы открыть, так сказать, дверь, да, чтобы помыться, нужно будет замок открыть. Нормальная такая тема. Чтобы на меня не косились. Нет, я не против ключа, это хорошо, тут действительно проходной двор. Домофона нет. Этаж не закрывается. То есть вот хлипкий замочек на двери моей комнаты, это единственное, что, по сути дела, мою комнату от внешнего мира защищает. Но, в принципе, то же самое с душем. Он вообще не закрывается. То есть совершенно левый человек может зайти и напакостить. Это логично. Но очень обидно, что подозревают, что я в поле подозрения, так сказать, попал. Это писец обидно. Вот как у нас так получается? У них проходной двор, они знают, что это проходной двор. Но подозревают они все равно меня. Это как менты, то же самое. Они не могут раскрыть ни одно дело, в принципе. Но чмырят кого? Они на сайты блокировку ставят, там у них получается более или менее блокировать. Не будем говорить всю правду, чтобы они не стали работать лучше. Вот, но чмырят тех, до кого руки достают. То же самое было, вместо того, чтобы висяки раскрывать, вместо того, чтобы убийства какие-то, убийствами я не занимаюсь, только если дело резонансное и попадает в новости и грозит перерасти в какой-нибудь российского вида Майдан. В этом случае они, да, расследуют. Вот недавно в Бирюлево, никак недавно, несколько лет назад в Бирюлево что-то какая-то поножовщина случилась с летальным исходом. Там поймали этого чувака, который там кого-то прирезал. Они его поймали на вертолетах, там на показ возили. Там вот, смотрите, мы поймали. Устраивали пресс-конференции, там высокопарные фразы говорили. Типа, если вы будете устраивать нам погромы, мы работать начнем. Вот, то же самое и тут. Вот, так, либо нужно резонансное дело, чтобы мандякнуло как следует. Если как следует мандякнет, то да, русский мужик работать начинает. А пока не мандякнет, как говорится, гром не грянет, мужик не перекрестится. В основном, конечно, да, эти русские мужики творят хуйню. Как? Как? Если вот мне остается молиться, возвращаясь к теме, да, мне остается надеяться и молиться, что среди тех, кто получит ключи, не будет, так сказать, воришки, того самого, от которого они все это начали. Ну, очень обидно, правда. Почему-то всегда выхожу крайне я. Виноват, не виноват, всегда крайне я. Меня это как-то задевает, если честно. Как вот так можно взять и сказать, мы тебя подозреваем? Ну, молодцы. У меня вроде конституционное право есть на чистоту своего имени.
Если у меня совесть чиста, я имею право требовать, чтобы на меня не клеветали. А эти делают как раз все наоборот, сейчас дождик пойдет. Ну, впрочем, меня и в школе чмырили часто. Почему я? Потому что сдачи не дам. Возможно. Ну, обидно, обидно, господа. Классно. Ой, осторожно. Ну, я же говорил, дождик. К слову сказать, мне 25 минут до отдыха остается. А ехать чуть больше. Как бы штрафовать не начали. Я еще очень надеюсь, что я вот это сейчас под запись про мужиков говорил не очень громко, так что меня не смогли услышать. Потому что иначе мне просто пиздец ждет тотальный. Не люблю ссориться с соседями, но, как говорится, если соседи иного мнения, то... Вообще не люблю ни с кем ссориться, на самом деле. Просто как бы все любят из меня врага государства делать. Ну чё, надо же на кого-то спускать, да козёл отпущения нужен. Я подхожу на эту роль идеально. Обидно, досадно, товарищи, досадно. Ну, на самом деле, двор тут у них реально проходной. На первом этаже давно уже закрывается, так сказать, душный замок с самого начала. И тут, в принципе, почему бы и не закрывать? Потому что я сам видел левых чуваков каких-то, какие заходят, не пойми зачем. Чё им надо? У вас чё, своего душа нет? Помыться хотите, что? Мойтесь у себя. В принципе, правильное решение. В этом проходном дворе действительно нужно закрывать все на замке. Если этаж не закрывается, то закрывать хотя бы по отдельности, там кухня, туалет, что там еще есть. Все правильно. Ну, я просто ностальгирую по той квартире, в которой я комнату снимал. Это просто было... Эх, бесподобно, 5 лет там почти прожил. Вот, кстати, 4 ноября 5 лет до исполнилось, с тех пор, как я жил в Рязани на улице Новой. Ай, ну, в принципе, это, конечно, все печально, грустно. Из хорошего могу сказать, что если Бог даст, то есть вероятность, потенциальная возможность, так сказать. За что? Понятно. В общем, есть такая потенциальная возможность приобрести собственное жилье через годик. Дело в том, что я вклад-то переоткрыл. На самом деле, когда я переоткрывал, я вообще не думал, что мне придется об этом думать. Ну, потому что, ну, когда хорошо живется на съемном жилье, да, то покупать собственное, кажется, блин, это капец как дорого. Ну, и правильно, конечно, да, дорого. Вот, а когда попадаешь в какую-то шарагу, типа той, в которую я сейчас попал, главное не задремать еще раз, а то в прошлый раз чуть и веко не раздолбал. Вот, когда попадаешь в шарагу, типа той, в которой я сейчас нахожусь, да, конечно, это мотивирует работать лучше и зарабатывать больше.
скользко! Скользко, мать твою, скользко! Вот что значит сэкономил на колесах. Надо было ретардером, но я и ретардером тормозил. Если бы не тормозил ретардером, был бы вообще пиздец сейчас. Осень. А что там за порт? А, ну Свенси там порт, портовый город, но что-то никуда нет ничего, потому что Европа кончается. В Плаймонте я не был, кстати. Ну, погнали дальше, доедем сейчас, и надо уже вторая серия этого рейса. Кстати, сколько я процент, какой процент карты? 40, почти скоро половина карты будет исследована. Господа, что-то с тормозами. Либо тормоза плохо тормозят, либо акселератор хорошо акселерирует. Куда это я? Мимо. Эх, рановато повернул. Блин, ну тут вот сейчас можно будет развернуться в гараже. Чё-то как-то надо медленнее приезде. Да достал ты уже. При езде по городу нужно, так сказать... А, вон там можно проехать, да? Ну хорошо, давай тогда я вот так объеду через Трамари. Ты не прячешь шестая? Сейчас, чувак. Сейчас, подожди. Простите, пожалуйста. Пожалуйста, не штрафуй. И черт, я опять не туда поехал. А, ну кстати. Да, так даже ближе. Прямо. И там как раз направо. А вот и гостиница. Вот сюда я как раз и подъеду. Че там на знаках, хер знает. Тут вот удобно, я бы проехал дальше, но тут дальше нельзя. Я прибыл? Да, почти. Где въезд в этот Кафур? Смотрите-ка, здесь закрыто. Уж какие хитрожопые. Ну ладно. Давай в эти ворота въедем. О, солнышко, что ли? Так, я просто оставлю это здесь. Потому что некогда сейчас. Хороший гонорар, 13 тысяч. И минус примерно 300... 480 евро, знаешь, штрафы. Ну и там еще... так сказать, кроме штрафов еще... Кроме штрафов там еще... Заправка. Ну ладно, тут с диагностикой ничего не требуется, да? Колеса, ну колеса. Ни одной ДТПшечки пока. Ту-ду-ду. Ну, надо еще прицениться по поводу грузовика. Но это чуть позже. Сейчас я в гостиницу можно сгонять. Так, гостиница где-то тут неподалеку была.
Так. Так, время уже 6 утра, почти дождь. Так, я приехал вот отсюда, значит, мне нужно... Не спать, сейчас уже. А вот гостиница. Где въезд? Приоритет у этих товарищей. Пропустили теперь. Ой, ё-моё. И где тут припарковался? Слушай, за что пачку-то ставить можно? А, вон. Вот паркинг грузовой. Нормально встал? Так, давай-ка я... Дворники выключились? Чёрт, не видно ни черта. Все, теперь выключились. Хорошо. Нет, теперь еще быстрее включились. Во. Нормуль. Отдыхаем.